Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга. И спустя долгие летние каникулы мы снова возвращаемся к нашим привычным видео по Black Desert. И сегодня есть отличный повод сделать не один, не два, а еще довольно-таки огромное количество видосов. Я возвращаюсь к старому формату. Это будут реакции, подкасты, как угодно их назовите. Более подробные гайды будут сценарны далее выложены на канале. Это такая, сказать, ремарочка, предыстория. Но сегодня, что самое главное, мы с вами поговорим про нововышедший класс Хасашин, который 2 сентября вместе с сезонным сервером вышел у нас. Прошло уже 2 дня, и уже можно личное... Я уже сделал первые впечатления, о которых говорил на стриме, и хочу вам с вами поделиться, рассказать, в каком моменте сейчас, так сказать, в каком обличии Хасашин представляет, рассказать о плюсах, о минусах, с чем вы можете столкнуться, и в целом дать более, наверное, все-таки объективную оценку того, что сейчас происходит с персонажем. За... Меньше чем за день, за 18 часов, я уже более подробно расскажу в видео про сезонный сервер. Соответственно, вы видите моего персонажа. Я делал его сезонным. Это было, в принципе, запланировано заранее. Достиг какой-то минимального капа атаки, защиты. Выходил на спот, фармил, и к чему я пришел. Нужно понимать, что первое. Хасашина добавили только с первой стойки. Самое приятное, что есть, конечно же, абсолюты, слава богу. На данном этапе игры многие правки, которые были в Корее, на ПТСе, нам не заехали. У нас нету, в принципе, абсолютно, как сказать, такой термин, структурированности скиллов этого персонажа, поэтому дамаг, которого вы ощущаете при игре на нем, кажется совершенно малым. И это правда. Многие скиллы не дамажат так, как бы хотелось, даже если вы сделали его основой, а не сезонкой, и у вас очень много атаки, и вы негодуете, что это за класс. Подождите. Самое главное сейчас набраться терпения. Хотелось бы, чтобы, и я верю, что через неделю нам придет и пробуда, и наследие сразу же. Не хочу думать, что растянут это на более долгий срок. Перлабис, я думаю, что компания, в принципе, очень в этом прагматична для своего заработка. Это очень нужно. Не хотелось бы, чтобы это как-то действительно растянулось настолько, что действительно будет негатив классу. А он уже чувствуется на двух днях стримах. Люди немножечко не понимают, что это такое нам дали. Когда вышел Страж, было все предельно понятно в первой стойке, он медленный, но силы как бы были показаны. Страж, к сожалению, выходил не на сезонке, и дождались пробуды мы через 3 недели. Посмотрим, как будет здесь. Класс для меня показался на данный момент, не могу сказать, что очень каким-то медленным или что-то в нем не понравилось, очень все вполне очень здорово. Анимации красивые, все вполне очень... так сказать, облегающий, но, опять же, я не буду рероллиться с волшебника, это вряд ли случится, но мне пока нравится перспектива наследия этого класса и как он будет себя показывать непосредственно в массовых PvP, потому что есть у него определенный какой-то потенциал, еще, как говорится, непонятный, но и присутствует. А в частности, мне очень понравилась его ульта. Я тут вставочку сделаю клипа с Твича. Сегодня сражался на PvP-канале Арши. Забрал сразу двоих тоже хасашинов. Один против двоих. Твоих минус! С меньшей атакой было 210. Было интересно. Никто сейчас не знает, как на нем играть, но все стараются, все сервер наполнился этим классом, но массовой истерии пока по нему нет. И мне это тоже очень нравится, на самом деле, крики бутылка слышатся все, ну как-то совсем не слышатся, честно, давайте так, совсем не слышатся. Так что смело, если вы хотите дальше майнить этого персонажа, вы можете его уже выкачивать или на сезонке, или на обычном. Дожидаться пробуды или наследия и уже дальше смотреть на его развитие. В целом, я бы дал больше положительную оценку Хасашину, нежели чем отрицательную. Я ждал этот класс.
Мне он нравится, и отличным вторым сезонным чаром он у меня пришел ко мне, соответственно, в пак остальных моих персонажей. Вот, это что касаемо таких личных впечатлений. Видео это делаю такое коротенькое, больше ознакомительное для людей, чтобы было это шпаргалкой. Отдельным видосом сегодня еще выйдет разбор сезонного второго сервера. Так что ждите его на канале, не забывайте подписываться на Twitch, приходить туда и смотреть трансляции, и, конечно же, ставить этому видео лайки и писать комментарии с вашим мнением о Хасашине. Понравился ли вам класс или нет? Дождетесь вы пробудали наследие или уже дропните и удалите его? С вами был Юга, встретимся на Твиче и пока-пока!